одну вещь неправильно, ну, по моему мнению, неправильно. То, что они берут ложку и начинают гнуть ее. Это слишком сильно давит на психику ложки. Как говорится, по буддизму Будда говорил, что в любом предмете есть ложка. Не подумайте, я не буддист, просто мы в университете изучали религоведение, и мне запало в душу. Итак, у нас есть ложка. Как же я показываю фокусы с ложкой? Я беру ложку и нежно-нежно, нежным голосом прошу ее погнуться. Но для этого я ввожу ее в гипноз. А как я ввожу ее в гипноз? Я пою ей колыбельную песню. «Спи, моя радость, усни». И она засыпает. Но, естественно, все это только шутки. На самом деле, фокусами с ложкой очень много. Допустим, мы берем и создаем иллюзию, что ложка начинает немного плавать. Но на самом деле это все еще та же самая ложка. Но если мы возьмем, потрем здесь и возьмем ложку, и начнем ее нежно. У ложки есть, так скажем, места, где когда ты их гладишь, им становится приятно, и они начинают гнуться. Итак, смотрите, если мы возьмем ложку, начнем ей гладить, ей становится приятно, и она начинает медленно гнуться. И вот здесь вот кто-то начинает кричать, что да она у тебя, блин, ты же вот так вот ладошку отодвигаешь, ребята. Она действительно согнулась. Да. И в принципе... Это все та же